Медиахолдинг «Тверской проспект» устроил свой сюрприз для одной из семей Верхневолжья. К нам в гости приехала семья Снежковых из Лихославля. В этом году семья стала победителем всероссийского конкурса «Семья года 2021». Тему продолжит наш корреспондент. Мама – главный человек в жизни. Все они разные, и у каждой своя история семейного счастья. Ольга и Илья знакомы со студенческой скамьи. Супруги поженились в 2006 году. Через 4 года у них родилась дочка Алина, а в 2014 на свет появился сын Матвей. А в этом году семья Снежковых стала многодетной. У них родился третий ребенок. Супруги – поклонники спорта. Илья – тренер по лыжным гонкам в Тверской комплексной спортивной школе Олимпийского резерва. Номер один и обладатель множества наград. Я организатор детского лыжного фестиваля «Снежок» в Лихославле. Это там участвуют дети дошкольного возраста, детских садов, все детские сады района. Команда по 5 человек. Дети маленькие встают там от 3 до 6 лет. Вот, проезжают свои 300 метров, все получают дипломы, медали. Ну, такое привлечение. К здоровому образу жизни, занятиям лыжным спортом. Небольшой мини-праздник, что для детей. Да. Спортивный характер передался и детям. Старшая дочь Алина под руководством папы занимается лыжными гонками в спортшколе. В своем юном возрасте она собрала большую коллекцию наград областных и всероссийских соревнований. Сын Матвей занимается лыжами и велосипедом. И на всех соревнованиях детей их главный болельщик, конечно, мама. Участвуя с ними в семейных соревнованиях, там и веселые старты, и нормы ГТО, то есть я стараюсь от них не отставать всячески. Всегда-всегда с ними. Но не только соревнования. Мы любое свободное время стараемся любое свободное время проводить на свежем воздухе. Семья Снежковых дружно проводит семейный досуг. При любой возможности стараются бывать на свежем воздухе, катаются на велосипедах, а любимое занятие летом – отправиться в поход. Первое очередное наше место постоянное – это реки Медведицы, любое место, там они все живописные, красивые. Также мы в походы на несколько дней ездим на Селигер, нам очень нравится озеро Волго. На реку Кава также часто мы посещаем, разбиваем лагерь с палатками, готовим пищу на костре. Также семья входит в состав организаторов и судей районного фестиваля спорта и туризма «Лихофест». В этом году семья Снежковых стала победителем в номинации «Молодая семья» во всероссийском конкурсе «Семья года». При всей активности Снежковых на различных соревнованиях и мероприятиях Ольга успевает поддерживать и семейный очаг. Я им стараюсь готовить, помогать вещи заранее, с вечера, чтобы папе было удобнее это все найти. Помочь одеться. То есть у нас сейчас проходит так, я с маленькой сижу, а папа у нас с утра всех быстренько одевает, собирает, сажает в машину, отвозит в школу. И уезжает в Тверь. И уезжает на работу. Во многом Ольге сейчас помогает старшая дочь Алина. Убраться дома, помыть посуду и поиграть с маленькой сестрой. А отдыхает Ольга, когда все уезжают на тренировки или соревнования. Но всегда поддерживает связь друг с другом. 2 дня в неделю – это тишина. Это полнейшая тишина. Ну, а летом вообще нас нет. Все, лето мы на сборах. 5 дней в неделю мы тренируемся, на выходные приезжаем домой. А постоянно, когда они уезжают, надолго. Каждый день, несколько раз за день по видеосвязи они позвонят, спросят, как там дела, что делаешь там. Постоянно на связи. По традиции, последнее воскресенье ноября по всей стране отмечается День матери. Это праздник душевной теплоты. В этот день мамы принимают поздравления и подарки. Медиахолдинг «Тверской проспект» и партнеры не остались в стороне. От нашего медиахолдинга «Тверской проспект» хочется поздравить вас с этим замечательным праздником, который называется День матери. И от наших партнеров, от компании «Агент красоты» и от компании «Тайдэй» мы хотим вам подарить вот такие замечательные сертификаты. Чтобы получить настоящий тайский массаж, теперь достаточно приехать в Тверь на бульвар Радищева. Именно здесь находится Центр здоровья и красоты «Тайдэй». Тайский массаж – это уникальные техники и натуральные природные средства. А по соседству находится салон «Агент красоты» – маникюр, педикюр, стрижки и окрашивание волос, сахарная и восковая эпиляция. Это и многое другое делают лучшие мастера Твери в салоне «Агент красоты». Чтобы ваши будни были наполнены правильной и качественной едой, от компании «ЗАО Калининская» мы хотим подарить вам вот такой вот замечательный набор с их вкуснейшей продукцией.
Сегодня ЗАО «Калининская» создает широкий ассортимент товаров, которые можно найти на полках тверских магазинов. Вся продукция ЗАО «Калининская» – это экологично, натурально, а главное – вкусно. От творческих ребят под названием «Тверские рубахи» мы дарим вам этот вкусный пирог, а вы получите вот такие замечательные сертификаты на классную, натуральную и настоящую одежду. День матери – это особенный день, потому что у каждого с этим связано какое-то свое особое, наверное, состояние любви, особое состояние уважения, отношения к своей матери. Ну и какой праздник без цветов? В компании «Орхидея» мы хотим подарить вам этот замечательный букет. Оставайтесь такой же прекрасной мамой и такой же прекрасной семьей. Медиахолдинг «Тверской проспект» присоединяется ко всем поздравлениям и желает всем мамам крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия. С праздником!